Ух ты ж ее! Как все быстро! Оп! Ого-го-го-го-го-го! Ноги выше головы, как на ракете, друзья! Срочные новости из нашего гаража. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything. Ну, кручу, подожди, сейчас рванет. Крутится. Ой, поехали. Потихонечку, потихонечку. Продемонстрируй, что у нас все контролируемо. Ну что, чуть-чуть, дай газку капельку. Ну внеси. Ай, как страшно. Работает. Ну, не взорвалось хотя бы. С таким вот приветом из гаража были Витя и Шпунтик. Запись экрана сейчас, значит, запись в GoPro-шке. Размотал весь рост, не видно, к сожалению, пилота. Вот, там еще ехал автобус, даю преднатяг. Так, выходит крыло. Все вроде хорошо. Залетел он, думаю, видно. Тут все работает тихо, спокойно. Неудобно мне снимать. Ровная, прям хорошая. Кир, все отлично, уже можно чуть правее. Ага, все, трос в воздухе. Ветер, но действительно у него скорость мотки сейчас буквально вот встала. То есть ветер очень свет. Вот он там виляет туда-сюда. Написано 20 градусов всего и контроллер 24. Но надо помнить, что на улице минус 7. Температура мотора не растет, и это притягивает 60 килограмм. Надеюсь, что датчик в самом моторе корректен. Я, кстати говоря, взял тепловизор. Мы сейчас после затяжки еще снимем тепловизором. Все, посмотрим. Вот уже.
экран сам мне тоже записывает. Кир, отцепка, что-то с кроссом произошло. Отцепка. А, он вымотался. Ё-моё, тебя сдуло, он вымотался, я тебе и не посмотрел. Юха, мотай быстрее, ну, ляжет, а повторяю, у меня кросс. Не, на барабане, его сорвало с барабана. Я что-то пропустил момент, что он уже назад летел, не вперед. Да, меня прям это, я за машинами, я прям вот на перекрестком сейчас. Короче, вот мы сейчас ее, собственно, поставим и будет вот про это все кино. Ну вот как ставится голова. Вот, чтобы голову положить, как бы, ну желательно. Хопа, и можно убирать в машину. То есть никаких инструментов, ничего не надо. Это чтобы привести голову в рабочее состояние. Все тоже весьма несложно. Все, берем, теперь ее поднимаем и насаживаем сели. Да, не надо, она не попадает туда. Тут главное попасть, потом чуть-чуть ее пошевелить, она сама туда попадает. Все, и два эксцентрика. Шлеп. Шлеп. Я уже довольно много это все тестировал. В общем, оно не выпадает по причине, собственно, не того, что эксцентрики там это все держат, а ее закусывает немножко под тягой. В общем, она не улетает. А, ну и нужно включить лебеду. По включению тут тоже. Значит, сейчас вот вниз у нас смотрят контакты. Но я еще планирую сделать под 45 градусов, чтобы было повиднее. И тут важна последовательность. Мы берем любой из этих и втыкаем. Там специальная шторка сделана, то есть ошибиться нельзя. Как на розетке от детей пальцы нельзя засунуть. Тут то же самое. Вот я ее воткнул. И дальше уже последовательность не важна. Втыкать важно до конца. Хорошо, разъемчики, чтобы все там хорошо воткнулось. И вот этот первый, который воткнули, вынимаю. И втыкаю. Да. Все. Теперь уже лебедка включится. Он ищет сейчас. Пилот готов. Сейчас будет преднатяг и старт. Вот там у нас пенились. На скольки старт? Да, так, нормально. Нажимаем подмотка. Он чуть-чуть вытащил. Нажимаем преднатяг. Все, автоматический старт. Смотрим на пилота. Крыло. Главное, чтобы все было ровно. Ровно летит лебедка. Да? Тем чуть ровнее, чуть левее давай. Вот сейчас. Нажимай, да, нажимай. Разворот. Там летит на ступеньку. Вот так вот выматывает. Скорость выматывания примерно 10 метров в секунду. Ну, то есть почти 4. Мы его достаточно близкого расстояния, буквально, наверное, метров 500 сейчас стартанули. Ну, тут в горах вот такой у нас небольшой. Вот, снимает второй почему кусочек видео. Вот вторая ступенька. Ему сейчас уже хватит нормальной высоты тросика подразмотать. Еще чуть-чуть тянем. Отпускай. Разворот. Вот сейчас она лебедка сматывается, а вот сейчас он ее натягивает, и она начинает разматывать. Тут довольно много я водился с этим, чтобы прямо никаких намеков не было на запутывание.
на вас летит. Вот уже вымотал 600 метров. И вот он достаточно еще высоко, то есть сейчас он уже ближе к километру нам отмотает. Уже нормально затянется. Красный трос это километр. Разворот, разворот. Вот сейчас нажимай, нажимай. Вот. Она плавно подает тягу. Изменения скорости прям небольшие. Разворот, Тём, разворот. Не тормози с разворотом, теряешь высоту. Сейчас он уже больше, чем километр вымотает. Гладко. Сейчас он наш параплантик, он еще высоко. Нажимай. Разгоняется, когда петлю троса выматывает. Давай летаем повыше, сейчас затянем, ты еще немало затянул. Нет, наплюхай ключик, честно говоря, вот попробуй. Сейчас пролети сквозь них, мы ступеньку дадим. Дай ступеньку. Один. Да. Вот, разворачивайся, сквозь них пролети, только не отцепляйся по дороге назад. Вот он уже. Где? Вот лебедка позволяет взлетать в интересных местах. То есть небольшой кусочек нужен. И он гарантированно до потока. Сейчас мы его отцепим в потоке. Вон там птичка. Че, протягиваем тебя, тяни-тяни? Там птичка там их была. Да. Да, хорошо. Давай, давай, Андрей, да. Отцепляйся. Погнали? Да. Двадцать метров в секунду сейчас. Ну, сейчас не видно парашюта. Короче, сверхбыструю сделали смотку. Сейчас автоматом смотка завершится. Сейчас будет видно, парашютик подлетает. Вот она
за 80 метров скорость скидывает, и вот так вот медленно его подводит. Можно сделать поменьше, но тут ради безопасности сделано побольше. Ты юнг с камеры спасирочис. На ты, босиком по небесам. Вискас Герей. Ну-ка, по бандам. Ну что, друзья, я готов к взлету. Ух ты ж ее! Как все быстро. Оп. Оп. О-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ага-га-га-га-га-га. Вот это да! Вау! Охренеть! Ноги выше головы, как на ракете, друзья! Но, честно скажу, вот это, конечно, надо изучать. То есть надо на рогатке на нем прыгать сначала, потому что хорошо, у меня опыт буксировочных полетов есть. Я, по крайней мере, летал на буксировке. Но так без, скажем так, опыта, вот так сразу выше, ноги выше головы. А сидишь как на табуретке. Класс. Из сложностей, которые мне предстоят, это заход на посадку. Потому что я не умею так, без интерцепторов. Но буду учиться. Сейчас, слушайте, ну надо уже думать о посадке. Ой, как я улетел далеко, ёпки-палки. Ну, я лечу вдоль кромки леса зато. Сейчас поближе к деревьям подлечу. Мы еще, глядишь, еще и динамик поймаю. Хе, класс! Я лечу рядом с деревьями, как на параплане. Так, ну, небольшой разворотик против ветра. Меня, наверное, толкать придется на перелет. А, ну я буду говорить, что я на камеру лечу. Здесь у меня камера стоит. Оп! Класс! А мягенькая какая посадочка. О! Восторг! Босиком по небесам! Слушайте, слезы из глаз. Ой! Слезы, потому что все-таки, вот, если на том не дует, то на этом дует. Великолепный аппарат.
хочу еще. Ha 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 ha!